Подготовка к началу учебного года в школах округа находится в поле зрения представителей власти. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин побывал в школе номер 8 на центральной улице в Щелкове. Он проверил, как подготовлена школа к 1 сентября. Мы прошли очень непростой путь дистанционного обучения, поэтому сегодня и родители рады, и дети рады, и учителя рады, что мы наконец возвращаемся, хоть и вот такой сложной форме обучения, но все-таки дети придут в школу. Это радует. В школе номер 8 будут обеспечены бесплатным питанием 245 учащихся младших классов. Очень непростая задача, ведь речь идет почти о половине всех учащихся. Основная задача была выполнение указа президента о том, чтобы учащихся первых и четвертых классов кормить бесплатно. Поэтому было закуплено необходимое оборудование для пищеблоков. И с 1 сентября мы начинаем кормить учащихся бесплатно. Всего же в 8-ю школу 1 сентября к урокам приступит 556 школьников, которые во время пандемии коронавируса находились на дистанционном обучении. Основной задачей, которая должна быть выполнена при организации учебного процесса, отметил депутат Владимир Шапкин, должно быть противодействие вирусным заболеваниям, таким как COVID-19 и другим. Прежде всего, с санитарной эпидемиологической обстановкой сегодня очень сложно, поэтому соблюсти все санитарные нормы это не так просто будет в условиях начинающегося учебного года. Вот практически все мероприятия и подготовка делается с учетом именно этой особенности года. Мы не должны допустить, чтобы наши дети заболели. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.